Всем привет! Всем привет! Сегодня я буду играть в рыбку! Игра Tasty Blue рыбка обжора ест все и всех и в итоге вообще съедает весь океан. Девочка купила рыбку. Видишь, выбирает. Вот, купила в пакетике, принесла домой, посадила ее в аквариум. И рыбка что-то подумала. А может, я съем весь океан и поплыву по трубе? Да, она сначала начала есть. Чтобы ей выпрыгнуть оттуда, ей нужно что сделать? Поесть. Хорошо покушать, чтобы она могла выпрыгнуть. Да, надо сначала дождаться, пока девочка всем высыпет и уйдет. Мы съедим их все и пойдем в трубу эту, чтобы быть уже-то побольше. Да, и пойдем в трубу. Мы в океане. Так, а кого ж нам тут кушать? Маленький. Вот, маленькие какие-то. Кто они тут? Вон есть. О, вот. Мы уже больших едим, смотри. Да. Давай объедаться большими. Это мы потом сможем и рыб больших есть, да? Да. И потом охотятся за нами, будут лакеть они. Да. Если мы дойдем до этого уровня. Какая обжора рыба. Ест и ест. И зубы у нее. Так, сюда мы пока не можем. Так, пропустите меня, я хищная рыбица. Да, вот, птицы. Птицы, птицы. О! Какие большие. Они убегают от нас. Селедки. А мы же их догонимся. Давай посмотрим, что у нас тут. Мужики, водолазы! Ой, водолазы появились. Ой, мы на него наткнулись. Ой. Они за нами бегают. Она уже какая большая рыбка. Ага. И сочная. Пожарить бы такую. Ой, они за нами гоняются. Они гоняются за нами. Ай-яй-яй. Ай, отстаньте от нас. Мы маленькая рыбка. Надо птичку съесть, восполнить силы свои. Ладно, поплыли за рыбами. Хоть кого-нибудь поесть. Мы вас сейчас съедим, все, кто вы нас кусали, тут ужас какой. Не тут-то было, да, на нас. Давай водолаз попробуем. О, мы можем... Под... О, мы съели водолаза. Ой, как... косанка. Она тоже за нами? Да. Кошмарики. Побежали. Полетели. Ой, мы лодки едим, ты посмотри. Это ж просто рыба-чудовище.
Ой, а касатка тоже ест все. А как мы на касатку не похожи, а все равно мы все едим. Хоть и не похожи. О, тут вот, смотрите, какие. Рыба-меч, наверное, да? М? Да. Рыба-меч такая сильная. Наверное, и острая. Иди сюда, иди как сюда, иди ее... сюда, иди ко мне в животик. Как же мы ее едим? Она ж такая острая. Да не знаю, ты видишь, у нашей рыбы какие зубы, ей все равно, она всех ест, она даже лодки ест с людьми. Ой, касатка за нами, касатка за нами. Только бы нам... О, ну что ж такое-то? Ам-ам-ам. Ням-ням-ням-ням-ням. Идите сюда, ням-ням-ням. Как вкусно. Опа! Вот вам, получайте! Обижали, обижали! Давай есть остров? Да. Я тоже думаю. Ой, на нас сбрасывают бомбы, бомбы, бомбы! Давай их съедим, их, съесть их. Это ракеты! Ай! Мы вертолеты военные едим. У-у-у, ничего себе, мы вертолет проглотили целиком. Ты посмотри же, что происходит. Вот это да. А что, самолетик бы схватить? За нами начали гоняться. Что же это такое? Нападают со всех сторон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, страшно, мне как страшно. Как мне страшно. Так, что у нас будет в этой части игры? Вот эти самолеты мы можем есть, правильно я понимаю? Да. О, съела. Опа. О, мы лодки можем есть. Помогите! Я выпустила рыбку. Они прибежали и увидели такую огромную рыбу. Все съедено рыбой. Так. Сколько мы всего поели, нам показывают, да? Да. Много, мы посмотрим, сколько съели. Да. Суперская игра. Кому понравилось, кто умеет играть такую игру, напишите в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал и смотрите всякие продолжения про нашу битву, битвы и рыбку.